Несколько детских площадок для разных возрастных групп, зоны отдыха с навесами, множество пешеходных дорожек и тропинок и, конечно же, сосны. Те самые, которые не первое десятилетие украшают эту территорию у Жуковского проезда. Именно так в скором времени будет выглядеть парк Сосенки, в котором с сентября проходит масштабная реконструкция. Произошло расширение данной территории за счет сноса гаражей. Вдоль действующих гаражных комплексов будет возведен декоративный забор с 3D-печатью. Будет сцена, и около сцены запланировано как раз место, где мы посадим елочку. И она будет каждую новогоднюю ночь украшаться. И будут плясать дети около новогодней елочки. Кстати, в ходе благоустройства 99% деревьев парку удалось сохранить. Но после завершения всех работ сосенки станут еще зеленее. Также планируется озеленение. Если там дальше высаживаются кусты в живую изгородь, по этой стороне у нас декоративный можжевельник, виноград, ну и так далее. Работы проводятся по губернаторской программе, финансируются средствами из областного и местного бюджетов. За ходом работ внимательно следят жители близлежащих домов и местные депутаты. Жители желали, чтобы здесь было все-таки какой-то парк именно спокойный, чтобы не было каких-то агрессивных аттракционов шумных. И поэтому несколько раз пересматривалось. Проект неоднократно переделывался. И в настоящее время уже реализуется такой, как в принципе задумывался жителями. Принимают активное участие в реализации данного проекта. И если где-то они что-то видят, как строители где-то, может быть, какой-то допустили момент, да, ну, может быть, некачественные работы, сразу же звонят, мы общаемся. Бригадир всегда откликается на те или иные вопросы. Я думаю, что замечательно. Его намного расширили и намного благоустроили. Ну, благоустроят в дальнейшем. Когда закончат, придете? Конечно. Чего ждете вообще? Что хотите, чтобы было в этом парке, как на ваш взгляд, должно быть? Что-то современное, наверное. Ну, да. Учитывая то, что там на входе есть плакат, где написано план, да, я думаю, что это будет хорошее. Завершить благоустройство подрядчик обещает к концу ноября этого года. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.